Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Максим Иванников, и сегодня у нас на обзоре новинка 2022 года спиннинг Nautilus Invent. Поехали! Специализация данных удилищ – это джиговая ловля во всех ее проявлениях. Модельный ряд включает в себя спиннинги самых востребованных длин и тестов. Бланки удилищ выполнены в экстра-фаст строе из самых современных графитовых волокон. Спиннинги отлично подходят как для классической джиговой рыбалки, так и для различных отводных оснасток типа дропшот, джигрик, сплитшот, оснастка типа техас и многие другие. А теперь давайте перейдем к линейке и поговорим о каждой модели отдельно. Модели 802ML и 762M – это спиннинги с быстрым строем. Ориентированы на ловлю в водоемах со слабым течением или в стоячих озерах, таких рыб, как судак и щука. Данные спиннинги обладают хорошей визуальной чувствительностью, и за счет живой вершины проводка отслеживается даже на мягком дне. Удилище 8 футов будет востребовано в большей степени в береговой рыбалке, ну а 76-я длина является неким универсалом как для ловли с лодки, так и для ловли с берега. Модели 862M и 862MH – это классика джиговой ловли как в длине, так и в тесте. Удилища имеют широкое применение в различных условиях, в том числе и на течении. Данный тип строя с жестким и мощным комлем отлично зарекомендовал себя при ловле судака в коряжнике. Используя данные бланки, вы получаете возможность управлять рыбой в процессе вываживания. При этом длины и жесткости удилища хватает, чтобы просекать рыбу фактически на самом выбросе приманки. 842MH и 862HH – это мощные спиннинги, ориентированные под большие веса и крупные приманки. Если вы хотите ловить на силикон размером, например, 6,8 дюймов, то данные спиннинги отлично подойдут для этой задачи. Это модели с огромным запасом прочности, которые позволяют ловить в самых непроходимых завалах на затянутом фрикционе, когда нужно быстро и уверенно поднять рыбу ближе к поверхности воды. Перед тем, как мы перейдем к дизайну, давайте посмотрим, как ведет себя бланк удилища под нагрузкой. При создании спиннингов Nautilus Invent была использована технология XFC – Cross Fiber Construction. Это значит, что удилище выполнено из комбинации разномодульных графитов. Комлевая часть выполнена из более модульного графита, уложенного по технологии перекрестного плетения графитовых волокон. Благодаря этому достигается высочайшая чувствительность и мощность при минимальном весе удилища. Вершинка выполнена из карбона другой модульности, что обеспечивает высокую прочность на критических углах изгиба и быстрое затухание паразитических колебаний. На спиннинге установлены противозахлестные и облегченные кольца со вставками C. Рукоять разнесенная и выполнена из EVA. Бланки оснащены эргономичным катушкодержателем с нижней гайкой. И еще одной особенностью всех новинок 2022 года бренда Nautilus является узнаваемый и сдержанный дизайн. И это не случайно. Разработчики исключили все ненужные элементы декора, которые существенно влияют на себестоимость конечного продукта. Таким образом, удалось получить максимум полезных характеристик за свои деньги. Друзья, если вы рыбачили на данное удилище, то я, как всегда, жду ваши отзывы в комментариях под этим роликом или в наших соцсетях, ссылки на которые я, как всегда, оставлю в описании к видео.
Мы постоянно проводим конкурсы и розыгрыши в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Пиранья Фишинг». Присоединяйтесь к нам и выигрывайте свои призы. Ссылка на группу будет в описании к этому видео. Берегите природу, оставляйте после себя чистый берег, по возможности отпускайте рыбу. А я с вами прощаюсь. До следующей недели. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.